Облик города как один из элементов комфортного проживания. Главный архитектор Московской области Михаил Хайкин, а также сотрудники администрации Щелковского района провели совместное выездное совещание. Цель визита – осмотр информационных и рекламных конструкций, пешеходных зон и железнодорожных станций. Первым пунктом стала станция Загорянская. Михаил Хайкин отметил, что пестрая хаотичная реклама на магазинах портит вид города. Мы сейчас не настаиваем, потому что везде там отдельно стоящие буквы были, но, может быть, подумать какие-то там на подложке, чтобы уйти от этих вот наклеек. Создайте организацию, которая будет там на конкурсной основе заниматься демонтажом незаконных этих самых. Но мне кажется, что тут не самоцель пойти все сорвать, а тут самоцель-то собрать предприятие и с ними договориться. Работа по вывескам, значит, здесь ее, конечно, необходимо усилить. Мы дали комментарии коллегам необходимые для того, чтобы дальше двигаться. Очень важный вопрос. Это чуткого взаимодействия с предпринимателями, чтобы работа шла во взаимодействии. Но тут очень важный вопрос, конечно, что эти вывески надо привести в порядок, потому что это, как ни странно, очень сильно влияет на облик города и на целиком его восприятие. Станция «Воронок» также стала объектом осмотра. Сотрудники администрации рассказали главному архитектору области о том, что уже существует концепция развития территории перед станцией, в планах строительства перехватывающей парковки. Однако есть некоторые трудности с собственниками торговых точек. Благоустроить железнодорожную эту станцию и так далее, да, железнодорожниками проговаривали. Вот, и сделать все в одном стиле, вот в таком вот. Но получается, что сейчас с ним идет судебная тяжба, у него идет сарайки, он собственность оформил и землю под ним оформляет. А по большому счету, конечно, здесь бы сделать хорошую парковку. Вот одну большую перехватывающую парковку. Послушали замечания наших коллег, предложения. Нам было порекомендовано воспользоваться опытом других районов. Ну, собственно, мы приняли к сведению все их замечания. Ну, и будем выполнять, будем реализовывать все наши проекты. Также Михаилу Хайкину показали новую пешеходную зону вдоль реки Клязьма, построенную в рамках инвестиционного контракта. В планах администрации на будущий год – соединение двух набережных в единую зону. Посмотрели работы по набережной, которые были сделаны, первый этап. Это замечательный проект, очень интересный. И посмотрели сейчас проект, который будет реализовываться на будущий год в части продления пешеходной части и создания набережной. Наша общая задача – сделать города Московской области наиболее комфортными и для жителей, и для туристов, чтобы Подмосковье приобрело качественно новый вид. Мария Масайли, Михаил Черепанов, телерадиокомпания «Щелково».